Да. Добро пожаловать в ад, друзья мои. Даже небо не радует. А сказали мне, что здесь есть где-то кафе. Нифига нету. Вообще нифига. У меня ноги промокли, просто там вода хлюпает. Охренеть, вы представьте. В общем, ладно, сейчас... Может, я все-таки найду, где посидеть. Еще, слава богу, мороза нету. Но все равно летом, кстати, летом можно было бы сесть на скамеечку. Спокойненько. Скамейка вообще не актуальна для здешних мест. Значит, где я нахожусь? Ребят, слово «изда» от слова «езда». Как мне понравилось, конечно, у Варламова гениально продается футболка с надписью «Правда». Но там слово «изда» от слова «езда». О, пекарня. О, пекарня, мать ее. Пошел, мне там нальют кофе. И можно будет посидеть. Мама родная. И можно будет забыть обо всем. Даже Дон Кихота почитаю. Ё-моё. Как же хорошо-то. Вот, учитесь, друзья. Так вот достигается счастье. О! Прекрасно. Все, сейчас сажусь, читаю книжку и забываю обо всем. О, чуть не поскользнулся. Заходим. Ой, вот и даже кофейком уже пахнет. А, как все вкусно. Так, я тут разместился. Ой, вот, хорошо. Будем сейчас сидеть. Все, ребят. Вот мой эликсирчик. Будем пить. Мартин, соответственно, попробуй.